Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем проходить нашу карту с Хэллоуином. Страшно. Да, ребята, всем привет, и это видео выходит только благодаря вашим лайкам, да. Да, как бы Хэллоуин уже прошел, но не суть! Мы же обещали, наберем много лайков, вы с этим справились, и мы выпускаем еще одну серию. Поэтому, ребята, Хэллоуин, Новый год, день всех влюбленных, неважно, видосики выходят всегда благодаря вам, поэтому мы погнали с тобой, Евгений, да? Да. Задумался. Эдисон, на что мы остановились? На чем мы остановились, да? А в общем, тут 5 рандомных уровней с 5 боссами. Мы уже прошли 2 уровня, понимаешь, Евгений? Да, если не смотрели предыдущую часть, то посмотрите. Эдисон! Эдисон! Опять ты со своей вот этой огненной пикалкой, пукалкой, которая опять меня поджигать будет! Да, это я. Не надо, пожалуйста. У меня просто коса куда-то пропала. Я бы косой, конечно, сказал. А что у тебя коса пропала? Куда? У меня снер с косой, она не знаю, куда пропала. Опа! Опа! Да осторожней, осторожней, Евгений! А что такие? Я даже не понял, что происходит. Давай Дракуле не будем подходить. Не надо к Дракуле. Подходите, у нас... Давай, Дракуль, давай! Давай! Так куда ты? Не надо, вот сюда, вот сюда нужно, Жека, сюда нужно, понимаешь, сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я нашел 12 Брэда. Сколько ты нашел Брэда? 12 Брэда. Брэд? Пита которого? Да, Брэда Пита. Давай сюда, Жека, давай сюда. 12 штук. 12 штук. Это как его кладь? Подожди, это багет. Багет. Ла багета де ла Франца, да? Ну вот именно оно, я не понял, это что-то явно крутое. А это что такое? Что такое, а? Где? Жека, мне не нравится! Мне не нравится! Мы как-то слишком веселые, это вроде хоррор-карта, понимаешь? Да, подожди, Хэллоуин. Сейчас, подожди. Поехали, да. Тихо, не блядь. У меня аж башка закружилась. Не разговаривай. У меня есть health potion. У меня есть 64 у меня есть, понимаешь? Так, подожди. Опа, я еще себе одну пушкенцию могу вытащить. Да, ну нифига, откуда у тебя столько пороха? О, это мне. Ой, это снова мне, да? Нет, тебе хватит этого дичь вот этой всякой огненной. А как она делает? Опа. Она бесконечно работает. Она бесконечно? Тыкай. Типа тра-дра, да? Скрекайте! Ты, конечно, опасный, я тебе честно скажу. Еще зомбаков гашу. Жека, у нас тут проблема. Че, какая проблема? Иди сюда. Подожди, меня тут Дракула атакует, я не могу. Жека, я боюсь! Что ты меня интригуешь? Мне не нравится, когда меня интригует. Иди сюда. Смотри. Над стеной. Иди сюда. Вот встань туда и смотри над стеной. Жека. Че? Ты не видишь, кто там? Вот там! Видишь, стена перед тобой и сверху чуть. Над стеной смотри. Ну. Видишь, кто там? Нет. Жак, ты что слепой? Ну иди сюда, хорошо, иди сюда, подойди сюда. А вот сейчас, видишь? У тебя рендер дистанс, наверное, маленький. Видишь? Нет, 26 рендер дистанс. Вот над стеной! Над стеной. Жека, посмотри у меня на видос, потому что... А почему у тебя его нет, а у меня он есть? За нами кто-то наблюдает, Жека. Кто за нами наблюдает? Или это меня хреначит, не знаю от чего. А, или за мной реально кто-то там наблюдает над стеной. Ну ладно, не будем... На это обращать внимание. Я еще не понимаю, убейте его кто-нибудь. Хрень не стоит. Да какого, вот потом посмотри и убедишься, то, что со мной кто-то наблюдал. Хорошо. Так, я бью Дрекулу бью. Эдисон, а где нам нужно идти? Нашел! Омагад! Жека, у меня полсердечка! Жека! Ты что, придурок, а? Я открыл сундук, все зашибись, все отлично, все под контролем. Жека. Что такое? Я убегаю. Ты там сам сражайся, хорошо, я просто. Жека. Ну у меня пол сердечка, ты можешь меня спасти! А где ты? Я бью зомби. А ты не зомби бей, ты мне помогай! Жека, меня сейчас убьет! Жека! Ты за стеной. Беги. Почти убили. Все, меня больше не бьют. Так, хорошо. Я поджог, все, бежим. Меня не поджог, ты что, обманываешь? Ничего ты не поджог. Я их поджог, а ты их поджог. Ты вообще молодец, Жека. Нам остался один сундук найти. Мне кажется, мы в правильном направлении идем. Так, ты. Опа! Да, я же говорил, я просто мастер. Прям ванга!
Я тебе честно скажу. Так, давай вот этого завалим. Ух ты ж, сколько вас... А может мы просто дальше пробежим? Ну нафиг с ними драться. Вали, вали отсюда. Я не могу бегать, подожди, все. Побежали, побежали. Жек, у меня Брэда... У меня Брэда Питта больше нету. Сейчас, подожди, дам тебе Брэда. Опа! Держи Брэда Питта. Спасибо за... Я бы, конечно, больше Джоли хотел, но Брэд тоже сойдет. Давай сначала вот этого. Опа. Опять срань вот это! Ребята, вы понимаете, что тут рандер? Чё? Мне хана! У меня полсердечка! Беги, я её бью! Ребята, вы понимаете... Босс бьёт только тебя, мне это нравится. А вы понимаете, что это срань, как я уже сказал, рандомная. То есть она у нас была и во втором уровне, и в третьем. Да-да, это ваш пэм будет, честно тебе скажу. Так, я закрепался убить, но... О, отлично. Ничего себе ты тащишь, я тебе честно скажу. То есть, сейчас будет предпоследний уровень, то есть что-то хардкорное будет, да? Сейчас будет страшно, понимаешь? А, страшно. Должно быть страшно просто. Так, это мой сундук, если что, я сразу забиваю его. Спасибо. Да, хорошо. Я прям обсрался, честно тебе скажу. Так, хорошо, давай вот этого дебила зубастого завалим. Так, хорошо, давай. Я просто все, можем болить, да, можем болить отсюда. Жека, у нас есть цель, знаешь какая? Нам нужно два сундучка найти. Вот. Да что ты говоришь? Правда же, что ли? Да. Вот. Я бью Дракулу. Ты бьешь Дракулу? Ну ты бей Дрекулу. Бей Дрекулу, а я пойду полутаюсь, понимаешь? Но нам и так нужно встретиться. Потому что если нет, то все капут. Это понятно. Ой. Дракула не хочет гореть. Какой-то лабиринт слишком большой, я тебе честно скажу. Я умер! Как так? Remaining респаунс один! Я хочу с нового оружия, понимаешь? Я тебе дам! Ты понимаешь, я тебе дам много оружия. Иди сюда, мальчик, я тебе конфетку дам. Иди сюда. И оружие. Ура, конфетка, где конфетка? Хочу конфетку. А ты пахнешь, ты пахнешь. Ты меня, мне кажется, обманываешь. Я тебя не обманываю! Дракула! Дракула! Жека, надо убегать! Колебал этих Дракулу лагрить! Так они сами меня находят, понимаешь? Я просто убегаю! Ты просто... А кого Дракула убивал? Опа! Так, я один нашел. Ну, один сундучок мы нашли, понимаешь? Ты Ван Хельсинг, вот кто ты. Я Ван Хельсинг? Ну, спасибо. Да, спасибо. Ты оборотень. Просто ты собака, понимаешь, по жизни. Сам ты собака по жизни! Как вы видите, как меня тут оскорбляют вообще? Ну стоп, ты признался, что ты Ван Хельсинг, а Ван Хельсинг собака. Нет, ты меня просто сказал, ты Ван Хельсинг. Ну, типа, ты что, офигел? Да, хорошо, типа, спасибо. Значит, ты типа обрадовался, значит, я говорю, ты собака, значит. Все правильно. Ван Хельсинг в конце убивает Дракулу, понимаешь, значит, все хорошо. Ну, все равно собака, какая разница. Зато он победитель по жизни. Опа, иди сюда, Жека, хорошо. иди сюда. Нет, собака ты. Так, опа. Это мне. Нет, а мне! Это моё! Кэнди, мальчик, я тебе обещал конфетку, у меня ведь... Дай! Я тебе обещал конфетку, держи конфетку, ведёрко с конфеткой. А что это такое? Кэнди Бакет, нихрена себе! Я прям банка, понимаю. На, говно! Ё-моё! Да вы заколебали с этой хренью! Жека, держи, там... Пау конфеткой! А что она делает? А подожди, она... А что такое replenishing? Буквы, наверное, меня с английские. Это понятно, replenishing. Ты меня насмешил, честно тебе скажу. Не знаю. Не понимаю, что такое replenishing. Replenishing. А, знаешь, что эти конфетки делают? Мобы против друг друга начинают сражаться. Да, вот ты прям маг, я тебе честно скажу. Я не знаю. Жека, я центр нашел. Давай, я к тебе. Так, подожди, конфетку. Опа! Ай, все, бегу. Дракула. А, подожди, а зачем нам центр, если мы ну, еще... Ну так я бы, нашли? Не, ну просто хотя бы центр нашли, понимаешь? Ну, сейчас еще найдем сундучок, и все будет изи. Я нашел сундучок! О, магад! Тупой скелет, давай, всех бей. Ааа, я не то сделал, подожди, Жека, иди сюда, Жека, спаси меня, Жека, мне тут... Ааа, конфетка! Я пошутил. Жека, помоги мне вот этих дебилов убить. А, и ты просто иди к боссу, они... Хорошо, да, так тоже можно. Опять! Опять мумия, мумия! Опять это срань! Я что, я не хочу против мумии уже 30-й раз сражаться. Теперь она меня бьет! Разнообразие. Разнообразие. Конфетка, пиш! На, поганая мумия. Ой. Жека. А что, на тебя тебя бьет, да? Ааа!
Не дать, ничего нет. Так тебе и надо. Так, да, получи говно, говни, жупан, говни. Жека, я не понимаю, почему у нас такая карма, то, что у нас каждый раз мумия вот эта проклятая. Нам не нравится. Тут 5 рандомных бутов. 5, понимаете? Нам настолько сильно везет, что нам 3 раза подряд один и тот же падает. Это не. Вот, все убил. Ладно, это типа последний уровень. Мы сейчас должны затащить, понимаешь? Готов! Разорви просто майку! Майку на себя просто разорви, давай! Получается. Я пошутил, не надо майку разрывать. Майка хорошая. Так. Хорошо. Не оружие, что ты хочешь сделать, да? Давай. Нет. Да не драку, вот драку, вот драку, драку, Дракула! Дракула! Ну так ты помоги его! А! Жека! Жека! Я его бью! Я его фигачу! Конфетка! Охренеть, как сложно было! Ты еще зомби зайдет! Опа! У меня тоже конфетки есть! Ура, конфетки, конфетки! Только я сейчас умру, мне кажется. Так, хорошо, конфетки у нас конфетки, есть. Кидай конфетки, они спасут тебя. Что? Жека! Жека! Я сундук нашел, я сундук нашел. Фига себе, да ты молодец, такой молодец. То есть ты там бросаешь конфетки. Да. Сундук, а не тот сундук. Ты что, ты что обманываешь? А, все под контролем. Все под контролем, тебе одна жизнь, да, осталась? Да. Последняя жизнь. Я дошел! А, дебил, ты свои вот эти вот кинул на меня. Я кинул. Надо быть внимательным. Жека, нет. Нет, нахрен бежим. На, гори. Конфетка. Да, я понял. Просто понимаешь, какая проблемка? Я нашел центр, но за мной опять наблюдают, Джека. Смотри, вот ты сейчас его увидишь. Да нет. Так вот, не... вот он! Я в него стреляю! Джека, ты. Хорошо. Кого стреляет в воздух? Вот он! Надо мной прям стоит! Да, если сейчас. Франкенштейн! Охренеть, это уже что-то нужно. Это да. Он не горит, а нет. Ай! Не надо! Я понимаю, что я симпатичный, но не надо меня столько бить. У тебя 3 жизни еще, все нормально. У меня вот. Это что, это что было? На хедшот! На хедшот, лобешник! А че? Стоп! Подожди, в смысле 6 уровень? В смысле 6 уровень? Прикол в том, что здесь 5 боссов, а уровни получается бесконечные. То есть мы убили Пампкина, короля, мы убили Франкенштейна, и мы убили 35 раз мумию, да. Да. В принципе, мне так кажется. Подожди. Хэллоуин был? Был. Был. Смотри в руку. Мы конфетки насобирали? Насобирали. Насобирали. Побежали. Трех боссов убили? Убили. Вперед на приключение, Жека! Вперед! Конфетки! А за конфетки? Обратно! Так, а я предлагаю каждому, кто поставит лайк на наш видосик, раздать по одной конфетке, как ты думаешь? Да, в виде лайков под ваши комментарии, поэтому как бы вы ставьте лайк, пишите комментарии, мы вам будем конфетки под комментарии. Да, поэтому, ребята, ставьте лайкусики, обязательно просто подписывайтесь на наш канал, это просто обязательно. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем до свидания. Пока, ребят.